Обстановка Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки оставалась без изменений. Нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины не зафиксировано. Киевское руководство продолжает проводить доукомплектование и ротацию личного состава, перемещение боевых подразделений, а также занимается совершенствованием системы инженерных сооружений и заграждений. По данным нашей разведки, в населенном пункте Новоселовка, 10 километров от линии соприкосновения, отмечено прибытие танков 2 единицы и РСЗО БМ «Град» 4 единицы. Также в районе населенного пункта Константиновка, 25 километров от линии соприкосновения, на территории школы установлено местонахождение личного состава вооруженных сил Украины в составе до 2 рот. В населенном пункте Дружковка, 40 километров от линии соприкосновения, на территории детских лагерей «Улыбка» и «Гайдар», школы номер 5, установлено местонахождение личного состава до 1500 человек. В школе номер 2 идет подготовка под размещение личного состава вооруженных сил Украины. На населенном пункте Красногоровка, в 3 километрах от линии соприкосновения, на территории пионерлагеря и пансионата «Березка» установлено местонахождение до 400 человек частной военной компании. Данные сведения в очередной раз подтверждают, что украинские силовики продолжают использовать социально значимые объекты под размещение личного состава. И в случае возобновления активных боевых действий командиры подразделений силовых структур в целях самосохранения попытаются скрыться за спинами детей. Что еще раз свидетельствует о деградации командования вооруженных сил Украины и низком морально-психологическом состоянии их подчиненных.